получили, это отклик наших жителей в желании помочь ближнему, сделать доброе дело абсолютно бескорыстно. И, естественно, я думаю, что символ 2020 года – это не то, что сейчас у всех на устах, а истинный символ 2020 года – это доброволец. Без таких инициативных, молодых, умных, целеустремленных не справились в любом направлении. Это же волонтерство. Посмотрите, в нашем округе очень много пенсионеров. Добровольцем стал, потому что в этой сложной ситуации людям необходима помощь. И кто, как не мы, можем им в этом помочь.